привет, друзья! Это снова я. Итак, сегодня две игры из серии А итальянской, значит, лиги. Играют Аталанта-Верона. Ну, что сказать. Аталанта-Верона здесь, конечно, преимущество на стороне Аталант. Если есть желание, можете поставить в пользу Аталанты даже фору нулевую. Но если нормальный коэффициент. Тотал не будем брать, а так я буду ставить на второй матч, значит, Наполи и Рома. Команды, ну, примерно одинаково. Ну, как сказать, Рома отстает на восьмом, вроде бы Наполи где-то на третьем. Вот, и здесь, скорее всего, победа Наполи. Если фора нулевая есть, или, в принципе, 1х можно взять, ну, там есть. Хотя бы средний был коэффициент. А также что еще? Барселона. Испанский матч. Барселона и Кадис. Барселона на где-то на третьем месте, а Кадис на 18-м. Но они играли две последних игры. Барселона ослабла. И играли в ничью 0-0, 1-1. Так что Барселона может подвести. Так бы поставил на фору минус 1 на Барселону. Ну, как сказать, ваше дело выбирать. Я же буду ставить на победу Наполи. Ну, крупно по своим деньгам имеется в виду. Конечно же, зачем нам три матча, когда можно выбрать один из них, одну ставку ставить и свой процент ставить, и все. Ну, а так Барселона может подвести, конечно. Это же игра. Так что вот Наполи я выбрал и Рому. Ну, буду ставить. Ну, еще где-то нулевую на Рому фору или 1х на Рому. Ну, нет, не на Рому, а на Наполи. Вот. Ну что ж, друзья, пока. Счастливо. Делаем деньги.